мы недовольны тарифом, который нам выставляют за канализацию. 50 рублей 54 копейки. Мы не на Рублевке живем, мы живем в сельской местности. В Воронеже таких тарифов нет. 14-16 рублей. У нас 50 рублей 54 копейки. Так мы понимаем, наша прокуратура это устраивает, потому что проверок нет. Как мы узнали, вышестоящие организации, наши ЖКХ, значит, подали завышенные все данные, что у нас канализационная система 42 километра протяженностью, у нас она максимум 18 километров, что сотрудников 100 человек работает. Если там человек 20 ЖКХ работает, у них даже трактора своего нет, не только о 100 человека говорить, это во-первых. Вот. Мы бы хотели, чтобы это или проверку прокуратура области провела, антимонопольный комитет. Ну пусть обратят внимание на это беззаконие. Не может таких тарифов быть. Это сельская местность.